Вы на канале питомника sadpochtai.rf. Мы привозим саженцы в Петербург и высылаем их почтой. Ссылка на каталог внизу под роликом. Друг красильный. Это кустарник высотой метр с небольшим, цветущий вот такими желтыми цветами, расположенными на концах побегов. В климате Петербурга дрог совершенно зимостоек, и его выращивание не представляет никаких сложностей. Очень симпатичное и благодарное растение. 26 июня, цветение дрока в полном разгаре. Высота его где-то у нас по около 1,5 метров. Цветки расположены вдоль однолетних побегов. Он получается вот такое вот роскошная желтая свечка. Соцветие имеет вид колоса, причем цветы раскрываются постепенно, начиная снизу, соответственно, цветение продолжается довольно долго. Листья многочисленные, темно-зеленые, блестящие, узкие, ширина около 5 миллиметров и длиной примерно 2 сантиметра. Вот тот же дрог с несколько с другого ракурса. Вот, кстати, прямо за ним вот небольшое 3-метровое растение, зеленое оно сейчас в центре, это магнолия кубус, которая в этом году, кстати, цвела первый раз. А справа кипарисовый клавсона White Spot. Хороший устойчивый кипарисовик. Такие интересные соседи у нашего дрока. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Посмотрите каталог нашего питомника sadpochtai.rf. Ссылка внизу под роликом. Мы привозим саженцы в Петербург и высылаем их почтой. Переходите по ссылкам на другие наши ролики.